Осенний день посадки деревьев жители префектуры Ханул решили открыть торжественно на площади Славы Рабочих. Ханул считается промышленным центром столицы. Здесь более 4000 предприятий. В 16 микрорайонах проживает 112 тысяч человек. Работают 16 средних школ. Так что этому дистрикту более других нужны парки и просто островки зеленых насаждений. Наша префектура в этой акции принимает самое активное участие. Мы не только занимаемся уборкой и облагораживанием зеленых территорий, но и высаживаем новые саженцы. В этот раз запланировали посадить более 16 тысяч деревьев. В этом нам помогают наши жители, сотрудники организаций, дети, школьники. В общей сложности практически 800 человек. Наш микрорайон состоит только из юрточных поселений. Население 11 тысяч человек. Для нас актуальным является загрязнение воздуха, поэтому посадка деревьев – это один из методов борьбы за чистый воздух. Уже более 40 лет вместе со всеми и во время массовых мероприятий, и самостоятельно возле дома высаживают деревца, а затем заботится о них дедушка Тербиш. Юрист по образованию, биолог-эколог по призванию. Тербиш говорит, еще в детстве родители приучили его любить все живое и научили простым законам охраны природы. Десятилетиями выполняя наказ старших, Тербиш сумел сам вырастить настоящий сад. И сегодня, когда в его саду собирается вся семья, а это более 20 человек, Тербиш считает себя самым счастливым. Я выращиваю и развожу деревья с 1976 года. Сейчас у меня в саду растут черемуха, шиповник, боярышник, облепих и многое другое. Сад очень плотно засажен. Ко мне даже приходят студенты, художники. Они рисуют пейзажи и говорят, что у меня очень красиво и хорошо. Природная любознательность Тербиша помогла ему без специального биологического образования научиться ухаживать даже за очень прихотливыми растениями. Садовник-самоучка своими руками выращивает очень редкие виды. Летом приезжают ко мне внуки, играют в саду с удовольствием, да и я ими радуюсь, любуюсь всем окружающим. А вечером топлю кизяк, чтобы воздух стал чище. Свой земельный участок размером 13 на 20 метров Тербиш превратил в мини-сад, где есть и плодовые насаждения, и просто зеленые уголки для отдыха. Казалось бы, сейчас время радоваться сделанному, но Тербиш не успокаивается, все время ищет новые виды, а еще сетует, что каменные многоэтажки слишком захватывают пространство. Чтобы совсем не превратить район в остров из стекла и бетона, большинство жителей, ученики школ, сотрудники организации и компаний вышли сегодня на посадку деревьев. День выдался холодный и ветреный, но, несмотря на это, жители вышли на субботник. В этот раз деревья будут посажены между домами, общественными площадками и школами. Биологи утверждают, что растения, посаженные осенью, более стойко переносят холода. Поэтому есть надежда, что большинство кустарников и деревьев переживут наступающую зиму, а весной порадуют горожан нежной зеленью. Энгтувшин Энгбилек, Аист, Монголия.